В Москве расследуют масштабное хищение при строительстве метро. Предварительно ущерб казне оценивают более чем в 300 миллионов рублей. Как полагают в МВД, такую сумму удалось присвоить менеджерам крупной строительной фирмы, которая получила контракт на возведение станции Шипиловская. Объект на Люблинской линии целиком сами делать не стали. Частично перепоручили целой цепочке субподрядчиков, среди которых оказались и аффилированные компании. Последним платили за невыполненные работы по поддельным документам и по завышенным ценам. Как установили следователи, за некоторые услуги, фиктивные, запрашивали сразу в 20 раз больше. Уже есть задержанные, шестерым предъявлено обвинение. В ближайшее время им изберут меру пресечения.